зале «Школа 25», где в рамках шестого тура открытого чемпионата Нижнего Тагила по мини-футболу встречаются два лидера команды «Союз». Помимо «Честинет» команда «Салют» в красном. Матч-дэй нам предстоит увидеть через считанные секунды. Удар издалека, Павел Драгино пробивал. Служит матч «Ранитвист» Александр Сергеевич Ефимов. На ближнем краю Руслан Киреев. В дальнем Евгений Владимирович Федотов. Ветеран тагильского футбола. Сейчас матч также фотограф Сергей Осипов. И Вероника Борисова. Тоже вот можно будет посмотреть фотографии совместно. Закидушка на Лиза. Удар! Комбинация, удар. Роман пробивал. Присматривался друг к другу. Не торопится развивать события. Гола не было. Походит 0-1. Если не внимательно Сергея Вершинина, так бы пришлось уже «Салюту» отыгрываться. Все нормально. Технические неточности исправлены. 0-0 у нас. Павел получает по ногам и зарабатывает штрафной удар. Сергей Перников с конфетами. Нужно было раздать перед матчем. Видишь, как наши забегали сразу. Надо было пиво нам принести. Вот он забегал. Небольшая ошибка тренера. Без допинга играли, все честно. Пива у нас нету, мы не пищи. Дисциплина в команде. Только по праздник. Удар головой Павел пробивал. Опасно. Форме Кока-Колы сегодня Павел Драгон. Удар со второго угла. Пока Павлу не удается отличиться. Алексей Меркушев появился на площадке. Я думаю, Илья, уводи его туда! Капитан команды. Он с мячом бьет. Штанга выручает. Лишь отцепляется. Закидушка, вот этот головой чемпионат Павла. Пока что не удается отличиться. Отлично, голкипер действует. Уже в падении отводит угрозу. Мяч попадает в потолок. Минуту можно? Удар и мяч в ворота. Юрий Рыболовлев, капитан команды, открывает счет в матче. Союз НТ повел. И тут же тайм-аут берет команда «Салюта». Небольшая у нас пауза. А все в порядке. Бестран. Удар в касание. Алексей пробил прямо в лицо голкиперу. Неприятный удар. Здоровье голкиперу. Павел Драгунов. Максима Зитькова забивает Алексей. 47-й номер. Отличился. Алексей Ромашин. Мяч единственный в атака. 11-й номер. Удар. Голкипер тащит. Нарушение правил.
косяком свалил. Пауза, аута, и тому подобное. 1-1, выход, удар, голкипер спасает. Дмитрий Шибаев, пасует в центр на Романа. Отбор, Максим набирает скорость. Комбинация, ответ на передачу, мяч в ворота. Падение забивает Максим Зятьков, даже ценой травмы. Передачу дал капитан Юрий Рыболовлев. Идет на замену Максим. Даже цепочка, хотя по правилам это не разрешено. Но сегодня все можно. Матч да и как-никак. На этом у нас первый тайм завершается. Пока что лидирует Союз Синтез. Еще там чередовая небольшая пауза у нас. Тем временем у нас начался второй тайм. Матч Андрея. Сразу хорошая возможность была четвертый гол забить, но не получилось. Следующий удар, Алексей Вершинин забивает 77 номер и идет меняться. Хорошая комбинация, 1-1 выход у Игоря. Хотя в домик попасть, но не попал. Мяч попадает в руки. Гол не засчитывал. Один мяч. 4-1. С передачи Павла Драгунова. Идет мясо. Последний момент. Юрий забирает. Выход 1-1 Максима. Дал ближний угол. Голкипер получает. Хорошая комбинация. Это пас Алексея Фатахова. Забивает. Дубль делает Юрий Рыболовлев. Капитан команды. Идет мясо. Крылья. Схватил. Делал паузу. 1-1 атака. Удар. Голкипер тащит. Повторные. Мимо. Закидушка на Максима. Выйдет в воздух. Забивает Павел Драгунов. Но по техническим причинам гол не записался. Батарея тут немножко закончилась. Пришлось сменить. Сколько он тоже? 2-5. Побежим. Разбег, удар. Мимо. Павел показывает мяч. Прострел. Получается нанести удар. Голкипер выручает. На подборе Алексей. Голкипер ногами. Отлично действует. Розыгрыш мяч в ворота. Алексей Ромаша забивает очередной гол. 6-2. Хороший розыгрыш. Павел слишком далеко отпускает мяч и уже кипра была хорошая возможность выйти. Расстояние сделать сейф. Отличный удар с подкруточкой. Дальнюю девятку. Мяч в последний момент только поменял траекторию. Хорошее совещание. Возможность попить водички, отдохнуть. Хорошее настроение, игроки. Иду 6-2. Повеселил команду капитан. Взял тут же ответы тайм-аут.
командой Питер. Готовится к следующему матчу с командой Вистар. Игроки мечтатели отдыхают после напряженного матча со Стюникой. Машут. Еще пока что не забыли бывшего игрока мечтателя. Даже сердечки делают. Хорошее настроение, ребята. Разбег, удар. Все-таки это сделать не удалось. Удар, голкипер тащит. Хорошая комбинация мяч в ворота. Дмитрий Петелин. Александр Петелин забивает мяч. 6-3, и через 10 секунд будет, пойдет уже последняя мини-удача. Мини-футболистов, возможно. Удар касания. Вячеслав Суба пробивал. Удар, и тут голкипер Константин выручает свою команду. Матч Дэй держит команду Суиса Дэс, еще на 6-3 был повержен Салют. Всем спасибо за внимание, до свидания. Дальше. Игру нам дает Юрий Рыболов, капитан команды Суиса Дэ. Юрий, поделись впечатлением матча, легко, тяжело было? Да, на самом деле хорошо все было. Как планировалось все. Спокойно, в темпе все. Хорошо сыграли, четко. Задача была полная. Играли с прямым конкурентом, сыграли. Но считаю, что с хорошим преимуществом решил задание. Молодцы, парни, все хорошо. То есть свой план на матч Дэй осуществили, добились победы? Задача тренера выполнили. Задача тренера. Кто у вас был сегодня лучше? Может, кого-то отметите в составе? Нет, все хорошо сыграли, одинаково хорошо. Вратарь у нас опять отличился хорошо. Константин. Да, полевой игрок, но ворота он достойно сегодня стоял. Ну и привет Нового года, что хотите пожелать, может, кому-то привет передать? Ну что, всех с наступающим, всех поздравляю, удачи. И стран самое главное в следующем году. Ну и чтобы всех все получилось, что задумали. Спасибо большое, вас с наступающим, желаем побед в Новом году уже. Спасибо.